Здесь был Вася. Свой отпечаток в истории оставил местный барсик. Кот появился здесь сразу же, как только началась реконструкция котельной. Рабочие шутят даже. Котельная от слова «кот». Реконструкция котельной в поселке Рубежный уже подходит к концу. Осталось только соединить трубы и сами котлы. Мы сюда пришли, тут вообще ничего не было. Была вообще пустота. Котлы, трубы, все это мы сделали. И душу, и все вкладывали. 100%. Мы знаем, что тут ничего не потекет. Газа потреблять новые котлы будут меньше, а тепла давать больше. Котельная будет полностью автоматизированной и за счет этого безопасной. В данном случае котельная, она будет практически исключать аварийные ситуации. И потребители, они будут обеспечены более надежным теплоносителем. На модернизацию котельной из городского бюджета выделили 29 миллионов рублей. Ремонта она требовала уже давно. Эксплуатируется почти полвека, хотя служила исправно. Мы только знаем, что новую котельную делают, и все. Потому что она у нас очень давнишняя и старая. Котельная войдет в рабочий режим до начала отопительного сезона, обещают рабочие. Теперь 50 домов в поселке Рубежный будут получать тепло от новых современных котлов. Это была последняя в городе котельная с таким устаревшим оборудованием. В прошлом году за счет областного и городского бюджетов реконструировали 10 котельных. Теперь городские котельные работают по новым современным стандартам. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.